вообще, кроме спортзала, как бы стараемся больше никуда не ходить. Но вообще сейчас удобно стало и обучение на дому. И вот единственный наш шанс – это спортзал. Вот центр лечения спины «Шаг за шагом» детский. И у нас нет возможности дойти до остановки на автобус или на маршрутку. Мы в основном на такси. Ну, 40... Ходить и заходить, пандусов нет. Рассчитано, да, что их буквально вообще через 5 минут. Там. Новостройки, я считаю, все доступны, потому что они сейчас идут и ступени такие не очень крутые, и во всех новостройках есть пандусы. Если магазин, аптека расположены подниматься по ступеням, то мы оставляем ходунки, и я его за обе руки поднимаю. Или если есть пандус, то он... Ой, не пандус, а это перил, то он за них держится. Это мы можем за одну руку подняться. Но в такую погоду, когда вот, например, не очень уверен, настоят ноги, мы, конечно, не рискуем. Потому что если он упадет, я его не смогу удержать. Тонус высокий. Но пандусов минимально в таких социальных объектах. Ну, мы, да, стараемся такие не ходить. Но даже вот если взять нашу поликлинику, к которой мы относимся, там тоже пандусы нет. Ну, много таких заведений, даже вот если, например, по какому-то развитию здоровых детей принимают, то наших не очень. Говорят, или у них нет практики, или у них нет опыта, или, может, даже просто не хотят. Например, вот даже те же самые развивающие кружки, всякие разные, для мелкой моторики. Потому что для нас важна эта мелкая моторика. Она как бы дает нам все, и почерк, и движение, и развитие мозга, ну и кровообращение.